известен в мире, так что это ничего нового в этом нету. Сегодня за этим следят уже не только у нас в республике или же у нас в стране, следят по всему миру, так что это важный турнир в мире. И как ты вообще оценишь этот турнир? Наверняка следил, есть ли бойцы, которых можешь выделить? Ну и в общем, общие слова там по уровню. Выделять по как-то не хочу выделять, потому что все бойцы хорошие. Здесь как бы, я так всегда подчеркиваю одну вещь, которой не хватало всегда. Всегда не хватало той организации, которая была бы у нас дома. У нас дома и наши бойцы, которые не имели этих условий для того, чтобы тренироваться, клубов, поддержки. Сегодня это не получают, и все ребята, которые выступают сегодня в Ахмате, и все ребята в Чечне, которые получили эти возможности тренироваться, эту поддержку, они все хороши сегодня. Так что по отдельности не хочу кого-то, чтобы никого-то не обидеть, потому что считаю, что очень высокий уровень. Так что вот так вот, такое мое мнение. Давайте тогда продолжим.